Есть! Ловы! Есть! Всем привет, друзья, с вами снова Мефик. Я нахожусь на рифе 200, и сегодня просто какой-то незабываемый рыбалка, незабываемый джигинг. Как вы видите, за моей спиной большое количество рыболовов. На 100-м рифе, где я сейчас стою, в основном джигиты, на 200-м в основном ловят на серф-троллинг. Большое количество махи подошло, и рыбалка сегодня просто будет охренительная. Погнали! Какой кайф, ребятушки, в том, что за целый день весь риф, а это обычно там человек 50, получает всего лишь две рыбы. Поэтому я вот ждал, друзья, пока рыба не подойдет. И, кстати говоря, в комментариях некоторые спрашивали, типа, а что за секрет, как типа понять, что рыба подошла? Ну, как понять? Форумы смотришь, это самое, народ начинает вкладывать рыбу, значит, рыба подошла. Все, четко, едем. До точечки осталось чуть-чуть, друзья, со мной комплект джиговый и серф-троллинговый, естественно, потому что рифы. Все, расскажу чуть позже, будет очень интересно. Едем. Огромная благодарность спонсорам канала. Нажимай кнопку спонсировать, поддержи канал, получи плюшек, увековечь себя в титрах к видео. Ребята, я приехал тут под самый рассвет, еще темно, так сказать, засветло. Ну, вот народ стоит, ждет паромщиков. Вот, ну, в целом, в общем, я подготовлен, надел вот такие вот, так сказать, ботинки специальные, чтобы не это самое. Ссылка будет в описании, естественно. Вот народ уже первый пошел, видимо, паромщик уже там. Вот, тут два паромщика, сейчас я, значит, наш еще переодевается. Да я, друзья, не помню такого шторма, чтобы нас так качало. Последний раз, когда были большие волны, ну, здесь была тишина все равно. Но сейчас я даже не представляю, что творится на рифах. Ну, вроде как народ проходит. Ладно, попробуем. Солнце уже восходит постепенно, становится светло. Вот здесь надо очень-очень аккуратно пройти, потому что я не знаю, восстановили ребята мост там или нет на 100-й риф. Ну что, побежали. Многие из вас, друзья, задаются вопросом, а что этот риф единственный, что ли, на Тайване? Ну, в таком роде, да, это единственное место, где вот таким вот образом скалы выдаются в море. Так, ребят, сегодня у меня два спиннинга с собой. Джиговый и серф-троллинговый. Будем настраивать оба сегодня. В целом. Так, ну это, ребятушки, моя серф-троллинговая катуха. Вот. Это самая-самая дешевая катуха из возможных. Вот, ну, тем не менее, более-менее рабочая.
Ее хватает примерно на 2 сезона. Потом она просто начинает жутко люфтить и, в общем, в принципе, сгнивает от морской воды. Но, тем не менее, на пару сезонов ее хватает. Кто вот хочет попробовать серф-троллинг, то вот, наверное, это такая самая простейшая снасть, но тем более эффективная. Так, ну и вот меня там постоянно ребята спрашиваете, что там, как этот серф-троллинг. Я все обещаю сделать видос. Ну, блин, материал у меня на самом деле готов. Просто надо все это смонтировать. Просто времени не хватает. Вот, в общем, привязывается вот такой поводок. Сюда вешается груз. И сюда вешается, значит, длинный-длинный поводок с приманкой, с легкой. Вот это груз. Старый, 3,5. Ну и в конце концов приманка, значит. Вот эта самодельная. Работает восхитительно. Там вес у нее там, ну, грамма 4, по-моему. 4-5 там в районе где-то так. Все, ребятушки, пробуем. Первый, так сказать, заброс в этом сезоне. Энна. Уху! О, есть гонэ! О, это гонэ! О, гонэ, есть гонэ! Гонэ, уху! Хунгана! Ребятушки, утренний хунгань, так называемый, или лакедра, или желтохвост, небольшого размера, но это самый вкусный. Может быть, сделаю из него сашими, может быть, сожру и пожарю так, но тем не менее, утро. Первая поклевка у меня, вот он, на швейсю, это серф-троллинг, вот такая вот приманочка, как вы видите. Okay. Мушка работает, рыбалим дальше.
Что творится, ребята? Это просто какой-то кошмар. Такое количество махи я еще здесь не видел. Смотрите. Раз, два, три, держат. Прыгают. Есть! Зон! Блин, ребята, поклевка была, потом что-то произошло, она еще раз дернула и отвалилась. Блин, а поклевка-то хорошая была, ребятушки. Махи. Влетела. Как не засеклась, непонятно. Да. Ну вот и зубки. Зои! Эй! А, да что такое? Блин, ребята, опять две поклевки подряд. Что за хрень? Есть, ребятушки, есть! Go! Ребятушки,
Вот он, малый дальневосточный тунец. У него здесь вот такие пятнышки, три штучки. Отличительная его особенность. Небольшого размера рыбка. Но, тем не менее, я счастлив. Это открытие сезона. Рыбалим дальше! Так, ребятушки, ну вот сработала вот такая блесенка. Это, по-моему, блесенка от Юзури. Пластиковая блесна серф-троллинговая специальная. Вот, монтаж у нее такой довольно простой. То есть обычный узел. И она вот так вот должна крутиться. Соответственно, она вот так вот начинает играть довольно сильно. Вот, очень-очень-очень такая мощная у нее игра из стороны в сторону. Вот, ну и, в общем, привлекает довольно хорошо тунца. Тунец на нее мелкий ловится. Маха, ну, махи-махи. Эмберджек тоже любит ее. Вот такие блесенки. Китайские есть на Алиэкспресс. Я ссылку оставлю под видео, кому интересно. В принципе, они ничем особо не отличаются. Махи тут все запутало. Смотрите, ребята, просто такой шнурец. Сейчас он его. Вон она там. Блин, поклевка была. Пропустил я, ребята, поклевку. Провтыкал. Видимо, мелкая маха. Так прикусил, так чуть-чуть, прям совсем легонечко. Вот она, вот она! Смо! This is a very nice fish. It's wahoo. Oh, it's wahoo, wahoo! Ребята, ваху взяли! Вот это да! Ваху! Давай! Ваху, ребята, это ваху. Кингфиш. Вот она, ребята! Опа!
Ребятушки, вот она, махи-махи. Посмотрите, что творится на рифе. Просто немерено. Лука-дыс. Смотрите, сколько махи. Такой первый раз у меня. Вот она. Да, рыбалим дальше. Ребята, ну посмотрите, сколько здесь махи. Это просто какой-то кошмар. Yes. Да, есть. Вот она. Еще. Вот это да. Ну вот и все, ребятушки, рыбалочка закончена. Вот такая вот здесь, друзья, на Тайване рыбалка рифовая. Рифовый джигинг, рифовый серф-троллинг по морскому океаническому хищнику махи-махи. Сегодня у меня амберджек, ну то есть лакедра. Сегодня у меня малый тунец восточный. То есть, по сути, у меня, в принципе, слэй. Ну, чувак взял ваху здесь. Это просто какая-то, ну, супер редкость. Потому что ваху, ну, здесь вообще не бывает. Что она здесь делает, непонятно. Она должна быть на юге. И, тем не менее, вон, смотрите, фотографируются ребятушки. Всем спасибо за просмотр. До встречи в новых видео, в новых выпусках. Всем пока.